Добрый день, дорогие мои друзья. Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Массимо, привет. Buongiorno, привет. Siamo andando al mercato di Santa Maria Capuete. Basta, basta. Per fare un po' di shopping, per comprare qualche cosa addosso. Addosso. Я ему говорю, поздоровайся, он начинает рассказывать, куда едет, зачем едет. Все равно, что вы его не понимаете, я поэтому... Вот, в общем, едем мы немножко на рынок, потом в аптеку. На рынок хочу Милане плед купить на диван. Потом в аптеку они приболели, кашляют, чихают, простыли. И сейчас потом, и потом им надо это все отвезти. Давно я уже на рынке не была тоже. Потому что погоды у нас такие погоды, что просто все... Несколько дней лил дождь. Очень сильный прям, а вот сейчас солнышко вроде бы пробивается, ну, надеюсь, рынок тоже будет, а то они, бедные эти продавцы, уже прям, ну, в среду у нас бывает в Касерте, в воскресенье в Санта-Марии у нас, в нашем городе, и надеюсь, сегодня они тоже хоть немножко себе наторгуют, ну, а мы погуляем по рынку, так что пошли со мной на рынок, девочки. Смотрите, банановое дерево какое здоровое. Массимо его заметил. По дороге говорит, смотри, вай-вай, Массимо, камин. Какое большое. Ну, бананов... аж это... Си-си-си, вот даже бананы на нем есть. Как здорово. Представляете? €15 это кофточка. Все по €15. Посмотрите, какая кофточка за €15. Своя цена была 90. Такая кашмировая, мягкая, приятная. Возьму ее сейчас. Вот еще одна кофточка, тоже кашмировая, тоже за €15. Ну и вот еще одна кофточка, тоже стоила €80, и тоже за €15. У этого дядечки всегда бывают фирменные вещи, и они просто за копейки. Вот посмотрите тоже, какие брючки шерстяные. Очень приятные, качественные. По €10 вон написано. Ну и здесь можно выбирать. Куртки у него по 30. Такая красота. Я взяла 3 кофты. Посмотрим с Миланкой, кому что подойдет. По 15 рублей. Ну, что не взять по €15, да? Забежала на минуточку. Ну и, как всегда... Ну, за €10. Джинсы тоже по €10. Здесь такие наволочки. Все накидано, наброшено. Новогодние всякие штучки. Ну, это наволочки на маленькие подушечки на диван. Люди ковыряются. Ну, здесь так бывает у нас. Все на разбросано. И вот они выбирают, кому что нужно. Потом здесь есть вот такие. Ну, это уже секонд-хенд такой крупный здесь. Стоит сток. По €5, смотрите, по €5. Кучка 3. Одна вещь 3, две вещи за 5. Ну и вот активно ведутся активные поиски, раскопки. Я их раскопками называю. Что здесь покопаться, и запросто можно очень что-то хорошее себе приобрести. Thank you.
Здесь много таких секонд-хендов. Ну, вот этого, вот у этого самый большой. Видите, тут и этикетки более-менее одинаковые. Это и все его. И у него детское отдельно, женское отдельно, мужское отдельно. Но здесь вот такой секонд-хенд. Обуви. Что тоже люди могут себе приобрести, кто не может, например, купить в магазине даже комнатные тапочки. Сапоги вот всякие различные зимние. Вот такое все. Так, здесь идем дальше. Что-то все блестящее, красивое. Так, ну здесь такое бижу не гляжу. Сумочки тоже такие себе. Кому надо, найдет что-то подходящее. Видите, у нас не очень, у нас вообще дешевый базар, рынок. Смотрите, по 5, по 6 евро. Это все новое, это все новенькое, хорошее. О, новогоднее, любят итальянцы красные трусы одевать на Новый год, видите? Прям целый стенд выставили. Вот такие теплые одеяла на кровати по 40 евро. Вот такие большие по 60 евро. Ну и тут различная косметика. Здесь она, конечно, бывает намного подешевле. Вот такие пледики. Это на двухспалку, это на односпалку. По 35 евро. Это 30 евро. Еще Миланке пледик один на диван, чтобы прикрываться, когда смотрят телевизор. Она меня попросила. Но те, что я ей сфоткала, ей пока не нравятся. Иду дальше, смотрю. Так. Ой, какие брелочки красивые на ключи. Это кожаные кольца. Смотрите, кожаные колечки. Что ну, только они придут. Que prezzo hanno? 3 евро. 1-3 евро, 2 за 5. Необычные, симпатичные. Даже заколочки из кожи очень красивые. Но я такое не ношу. Они, конечно, красиво будут смотреться, но не мой стиль, вот, не мой стиль. Я ж каждый день как это хожу. Каждый день на работу, домой, на работу, домой. А это для девушек таких, которые носят такое все красивенькое. Ой, зимние сумочки с пушком. Такие сумочки, они, по-моему, даже кожаные, хорошие, мягкие такие. Да сейчас уже и кожа такая, что как будто 25 евро стоит. Как будто настоящая, уже не отличишь даже кожзам от... Кожзам даже не отличишь уже от настоящей кожи. Вот ребята, которые продают, тоже отличный товар. Здесь у них все новое, ну, даже если они вот так в кучке. Здесь у них все новое. H&M, Zara, здесь много можно найти всего. Все новенькое, красивенькое, но здесь надо стоять и ковыряться тоже. А у меня этого времени нет. Вон какая шубка, смотрите, какая шубка симпатичная.
какая шубка висит. Вот еще шубка висит. Видите? Сейчас спросим, сколько она стоит. Нет, не маленькая. Нет. Маленькая. Giusto, giusto. А пеннелло. Bellissimo, oro. Так, ну что, маленькая мне была шубка. Парнишка наш, но говорит, что хорошо. Ну, девушка мне сзади. Да я сама чувствовала, что она мне маленькая. Что она мне не подходит. Так, вот тут еще тоже мои друзья. Друзья, товарищи. Бонжорно. Так, я у них всегда беру такие дела всякие. Жена его занята. Вот какие костюмчики здесь. Зимние такие. Комплекты прям очень хорошие тоже. И не очень дорогие. Они по 20 евро здесь. Видите? Тоже. Пледов не вижу. Так, пойду на тот плед, который первый был. Первый пледик, который был светленький, бежевенький. Только он ей и понравился. Так, здесь вот такой рынок у нас в нашем городе. Он бывает по воскресеньям здесь. И по четвергам. Видите, вот это все пустое место. Это не приехали торговать. Потому что вчера такое, какое небо красиво. Вчера такой был ливень здесь. Просто сносило все. У меня перевернуло мои горшки. Вы знаете, какие они огромные. Перевернуло мои цветы. Ничего не сломалось. Но был такой ветер. Просто ужасный. И поэтому, наверное, сегодня думали тоже, что будет ливень. Вот такой рынок. Так себе. Очень я вон себе три кофты прикупила по 15 евро. Которые стоили 80-70. Вот как нарвешься, как наткнешься. Шикарные кофты. Сейчас посмотрим, что мелкий. Ой, а здесь вон сколько всего. Здесь вон сколько всего. Ну, сюда вот приходят такие одеваться. Вот мужик стоит. Темненькие, которые почти не работают. И по копейкам они могут хоть что-то себе здесь приобрести. Вот этот. Выбрала. Этот дядя тоже мне знакомый. Джиджино, prendi questi 15.000 porto. Я у него делала эти занавески, покупала себе домой. Такую всякую всячину тоже продает. Ткани всякие, подушечки, занавесочки, витражные, ночнушечки. Всего. Всего. Grazie mille. Ciao. Все, купила пледик. И можно теперь убегать. Масима меня ждет на улице в машине. Ой, сколько разных всяких на телефоны. Тоже такая соблазнительная вещь, что просто не знаю. Очень. Ну все.
Девочки, закончился мой выход на рынок. Сейчас поищу Массиму, где он тут стоит. И побежала к Миланке. Они приболели оба. Везу им лекарства и плед. Согреться и подлечиться. Всем спасибо, девочки, за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Так, а теперь я вам покажу кофточки, которые я купила. Как они делают обычно? Ну что, хорошо? Угу, супер. Идет мне? О, здесь же зеркало есть. Да, дай-ка я посмотрю. Очень хорошо. А что за 15 евро? Посмотри, какая красота. Я выхожу на подиум. Это моя вторая кофточка. Не моя, а то, что я купила. Но она мне немножко маловато. Лил, это будет тебе. Да? Спасибо. Спасибо. Но тоже такая мягкая за 15 евро. Ну, а это вот третья кофточка. Которая точно мне пойдет. Она мне так понравилась. Но она мне тоже, да, узковата. Но это лучше, чем... Но очень хорошая. Вот здесь кашемир, да? Да. Шикарная. Мне вот рукава нравится, что она такая. Милуся, это тоже тебе. Спасибо. Ну все, девочки, мне одна досталась. Хорошо, что мне хоть одна досталась. Но по 15 евро это просто находка. Все? А стоило 90. А? Это 90 стоило. Это стоило 90, да. Ну, я их на рынке показывала цены. А, окей. Шикарная, мягкая. Все никак не постранее. Пока.